номер окно. Жигалка бьется с Сычевым, тоже А вот очень уже сыграли. интересная у них Да, на меня партия. надо оставаться здесь, иначе я еще прозеваю второй тур. А Это вот. Саша Гельман. Я черненький. Все, начали. То есть я что-то Саша, вообще там, я, мне надо как было вам раньше что вернуться. вообще? Я что-то пока, я все время с Давайте этой я буду системой пользуюсь, потому развиваться. что партии не Он появляются. развивается, и Я я могу буду так просто, развиваться. если я буду все время заглядывать куда-то, я просто прозеваю весь турнир и останусь без игры. Что ты делаешь? Поэтому мне нужно как-то здесь понадежнее Итак, на действовать. доске защита каракан. Роман Вот так вот Овечкин. неожиданно образовалась защита каракан. Ну, похоже на его стиль каракановский. Что Он мне достаточно делать? Ну, мне опытен в надо таких как-то закончить позициях, но, развитие, правда, да? это немножко Лама повел коня на c4. другая ситуация. Похожа, но другая. Немножко мне непривычно, я из другого кресла, из другой ситуации. И как-то так все Так немножко а что меня по-другому для меня. сломал? Но вроде бы сижу и Так, играю. давайте пока разовьюсь просто. Два Короткая нуля. блокировка. Так. Ухожу в два нуля. Слушайте, и мне придется короткую Немножко блокировку. такая странная игра, но... Коня на Пока, наверное, e4 слон взять, g3, естественно. сыди конь f4. Так. Конь прыгает на c4, пешка на Так, b2 и поле на f6, e3. Опасно, b3. висели. Слон на 3. Напал на коня. А, слон a3. Ух ты, неожиданно. Так, Что-то этого я прозявил смахну. этот ход. На e5 слон бьет e5. Ускорился Роман так резко. Ой! Вроде связочка, и, Точно, по-моему, я ферзь на выигрываю b6. вторую Ой, партию. зеваю. Ах ты ее наколол, блин, что-то да, Или ловко нет? подловил. Или здесь на меня как-то все очень сильно наедут сейчас. На h4 Да, бить не могу, это слона было надо классно. Что-то я все-таки сберечь. просто ловко наколол. Так, f5 Плохо мы пойти стою, не абсолютно можем. проиграно. Давайте подорвем его за это. Введем в бой ладью. Ну, теперь только если по h4. времени, Роману по Так. времени немножко просил, хотя позиция абсолютно Надо тухлая. консолидироваться. Ну-ка, смахнем слонов. Так. И отправим куда-нибудь лошадку на Е6. Вот оно место для лошади. А туда еще. Блин. А давайте взял и пошли вперед. Жертвует он. Вилочка. Классно жертвует. Ловко. Попробуем добраться до Ловко он короля. жертвует. Ловко он жертвует. Сильный очень гроссмейстер. Очень неприятная позиция. Очень неприятная Добраться до короля. Ну, позиция. кстати, на А4 тоже съесть очень хочется. И на D4 тоже. Да, на d4 может рухнуть. Фух, тяжело. Тяжело-то как, а? Этих смахнем. М-м-м.
Цап-царап. Продуваю, да. Нет, ладью не пущу. Не пущу ладью. Так. Ай, зеваю, да на что такое? Съели. Мышка еще не та. Проиграл. Так. Да. Два из двух. Скринти, так, тебе скринти. дают...